Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами снова Яна, и мы находимся в магазине «Светофор». Это Пулковское шоссе, 106. Посмотрим, какие новиночки приехали сюда. И, пожалуйста, посмотрите мои ролики из магазина «Светофор» в Москве. Там очень интересный ассортимент, даже ради того, чтобы посравнивать ассортимент в Питере и в Москве. Можно эти ролики посмотреть, тем более, что много всего интересного в московских светофорах есть, чего у нас, к сожалению, нет. Там и косметические наборы, и продуктов питания много. И вообще, кстати, светофоры в Москве пользуются огромной популярностью. Кстати, последняя новость. Владелец светофора вошел в список Forbes. Вот так вот мы покупаем с вами очень дешевые товары по самым низким ценам, да, по выгодным ценам. Ну, а владельцы светофора уже в списках Forbes. Ну, давайте смотреть, что приехало сюда, к нам, на Пулковское шоссе. И сразу нас встречает новинка. Это лак для волос Into Professional. Сильные фиксации. 360 мл. 113,90 цена. Объем от корней до кончиков. Напишите, кстати, покупали ли вы лаки в магазине светофор. Как они вам по качеству? Производство этого лака — Тульская область. В этом магазине и мыло черное для бани. Очень его ухвалят, кстати. 108,70 за 500 мл. И телепасты Промис, она сейчас тоже в наличии. Много ее привезли, индийского производства, 41,70. Кстати, производитель этой пасты — это компания Дабур, очень известный производитель из Индии. Вот у них даже такая аутентичная упаковка. Под брендом Into еще в магазинах светофор есть вот такой сухой шампунь для волос. Он давно уже в ассортименте. Кто пользовался, напишите отзывы. 133,90 за 200 мл. Маска для волос Dream Nature 500 мл. Питание восстановления от компании Евротек. 120 рублей 90 копеек. Чашка пищевая всегда пригодится. 92,30. 30 сантиметров ширина, здесь 200 метров, 7 микрон. На самом деле очень неплохие вот эти кружки с декором. Сказка они, по-моему, называются. 54,10 цена, 350 миллилитров. Здесь для кофе, для чая отличный объем. Последнего вот такая кружка Luminarc 300 миллилитров, опаловое стекло 93,70. Тоже на дачу, домой всегда пригодится. Легко мыть, мне нравится посуда без декора. Тем, что не стирается никакой рисунок, можно не переживать за сохранность рисунка. Просто чисто белая кружка. Леон Лет у меня служат похожие салатники из магазина IKEA. Кстати, смотрите, скольчики. Ох, как нехорошо. 84,90. Единственный недостаток опалового стекла в том, что когда оно бьется, разлетается на мельчайшие осколки. Вот кто разбивал когда-то, он меня поймет. А так служит долго, верой и правдой. 84,90. Эти чудесные горшочки 110 рублей. Похожие есть в магазине «Маяк». Мне кто-то писал: «Анна, когда будут обзоры из «Маяка»?» Я сегодня собралась силами и очень постараюсь до «Маяка» доехать. Посмотрим, что интересного нового привезли сюда. Туда. Горшочек для тушения 600 мл, 110 рублей, есть и в светофоре. Вот эти кувшинчики новые, 163 рубля, 10 копеек с крышкой, тоже для дачи. Компотики готовить, морсы, настоечки, все, что хотите. Лимонную воду можно в этих кувшинчиках заготавливать. Летом нужно много и обильное питье. Ну и, конечно, все мы с нетерпением ждем прихода лета, когда можно будет собирать урожай, делать заготовки. Какая дача без чая? Недавно сделала заказ на сайте мойчай.ру. Кто смотрит мой канал давно, знает, что я заказываю на этом сайте уже не первый раз. На сайте мойчай.ру вы можете найти огромный ассортимент. Там и всевозможная посуда, и книги, и подарочные наборы, и разные-разные чаи, в том числе экзотические, а также самый интересный для меня раздел – это травяные сборы. Самый большой плюс в травяных сборах для меня – это то, что в них нет кофеина, потому что у меня низкий уровень гемоглобина, ферритина. Смотрите, что я заказала. Шаманские сказки. Здесь по 100 грамм в каждом пакетике, и всю зиму буду пить эти чаи. Здесь, например, шалфей, лист брусники, лист черники, лобазник, ягоды черники и чабрец горный. А в травяном сборе десертные – мелисса, яблоко, лист брусники, толокнянки, бадан, анис, ягоды малины, лепестки роз и сено. Не смогла не взять и травяной сбор под названием «Радость». Уже заваривая этот чай, поднимается настроение. Смородина, лист, бадан, лимонграсс, ройбуш, ромашка, цветы, календула, лепестки и лилия,
лепестки. Оказывается, их тоже можно класть в чай. Сайт «Мой чай» обязательно что-то кладет в подарок всегда. И у меня сегодня гуандунский улун. Ссылки на сайт «Мой чай» оставлю внизу в описании. Ну а я вам по традиции желаю только самых выгодных покупок и с наилучшим сочетанием цены и качества. Вот это уже новинка. Зеркало косметическое 22 LED с подсветкой 366-50, цена 6 ватт. Здесь смотрите, 16 светодиодов, регулировка наклона зеркала, сенсорная кнопка включения-выключения. Работает эта прелесть от 4 батареек, размер 16 на 22. На самом деле зеркало наистандартнейшее, но что хочу сказать, а зачем какие-то зеркала с наворотом, собственно, нужны? Что нам, девочкам, надо, чтобы хорошо было видно все? В общем, зеркало отличное. На самом деле его очень хорошо разбирали и недорогое. 366-50. Еще одна отличная новинка. Старинка. Наушники беспроводные Energy 338-30. Несмотря на цену, очень неплохие отзывы были на эти наушники. Их хорошо разбирали, и они прекрасно работают на самом деле. Мощный аккумулятор до 5 часов работы в режиме воспроизведения и активное шумоподавление у этих наушников. Здесь, например, внутри белые, еще есть черные. В некоторых светофорах бывают цветные. Там зеленые, красные, всякие разные. Вот здесь еще можно почитать характеристики. Также повторно завезли вот такой портативный саундбар Energy. Уже всем, кто любит светофор, он хорошо известен. 838-10 цена на этот саундбар. По составу пластик и металл, срок службы указан. И мелко-мелко всякие другие характеристики. Вот можно здесь почитать. Производство Китай. Ну, в общем, отзывы тоже были очень неплохие. Палет с коврами. Их сейчас активно завозят. 841-30. Ковер с принтом. 1,80 на 1,25 м. 841-30. Еще раз повторю цену. И смотрите, расцветки какие есть. Мне кажется, вот здесь даже какой-то рисунок на самом деле нанесен. Вот этот ковер, его вроде бы не было раньше, с орнаментом листочки, веточки и так далее. Но в основном все расцветки такие, детских ковров, которые больше всего понравились. Их нет, помните, привозили ковры с котиками, просто в момент их разобрали. Еще были ковры а-ля икеевские, такие с машинками, дорогами, домиками, тоже их сейчас, к сожалению, нет. Наклонная штора Blackout в наличии, очень сейчас актуальный тоже товар. 786-10. Я надеюсь, наконец-то начнет светить солнышко в городе Санкт-Петербурге. У нас, кстати, снег лежит. После 8 апреля вроде бы, ребята, нам повезет и будет хорошая погода. Вот такой серый Blackout есть. Еще белый и бежевый тоже. Размер есть 60, а есть 70. То есть на любой вкус. В светофоре молодцы. Собрали всю мебель, которая есть в наличии. Смотрите, комод. Повторяю, для тех, кто еще не выучил, как он выглядит, 2962-70 в белом цвете. А также, девочки, туалетный стол в наличии ЛДСП. Вот так вот на дачу себе туалетный столик приобрести. 2152 рубля 90 копеек. Размер 60 на метр. 1 метр 35 сантиметров. И на 30 глубина. Высоко его поставили. Но вот так он выглядит. Очень простенький, но в то же время хорошо смотрится с комодом. И тумба подвесная, напольная. Видите, 90 на 33 на 26. Цвет белый, 818-40. Цена тоже, можно как-то ее обыграть. Все это новинка. Торшер светодиодный. 1,55 м длина, высота, вернее, 2 в 1. Торшер настольная лампа. 3 режима яркости от компании Demax. 1,377,60. И работники магазина уже тоже собрали этот торшер. И вот так он выглядит. Поставили его высоко, чтобы сильно руками, видимо, потребители не трогали. У нас любят все рассмотреть, пощупать. Что хочу сказать, в светофоре уже были похожие торшеры, только с другим основанием. Сделалось было основание в виде колокольчика классическое.
А сейчас вот такой более современный вариант. Подробнее покажу. Он еще, оказывается, складывается, в принципе, до высоты 55 сантиметров. То есть он складной. Вы можете низко его поставить, да, 55 сантиметров, как лампочку просто какую-то использовать, либо как торшер. Также сейчас завезли мячи футбольные. Зиммер он называется. Лучший игрок ПВХ. Размер пятерочка. Черно-белый. Нужно мячик еще надувать. И вот такие мячи еще Зиммер. Это мяч футбольный тоже. Первая тренировка он называется. Желто-черный. Вот два варианта мячей. Остались еще шлепанцы, обувь пляжная, детская, 124-20. Трусы, боксеры, по две штучки, которые продаются, 201-70, видимо, остатки. Крышки, ребята, обратите внимание, их хорошо разбирают. Много отзывов было по крышкам, кому-то они нравятся, кому-то не нравятся. Мне крышки, меня устраивают крышки, у меня ничего не ржавеет, все нормально. 85-80, это за 20 штучек. Много не бывает никогда, это носки, мастер, женские, мужские, 5 пар. С 23 по 29, 80% хлопок. Цена, внимание, 117,60. И посмотрите, какие тут веселые расцветки. Я сегодня однозначно беру. У меня дочки куда-то девают носки. Носки, как и резинки для волос, это какой-то полтергейст. А, еще белые футболки. Вот у нас куда-то все это исчезает, пропадает. 4 сезона, коллекция демисезонных носков на каждый день. Это 35-37, можно и на младшую дочку мою приобрести. Тут есть еще варианты в горошек 37-39. Вот абсолютно детские носки, да, 35-37. Ну и на 33-ю ногу они нормально будут. И на 32-ю носочки тянутся. Кому не нравятся цветастые носки, пожалуйста, такой вариант. Тоже 35-37. Тоже 35-37. И смотрите, тут даже вот такие рюшечки на концах. То есть, кому не нравятся нейтральные носки, пожалуйста, такой вариант. Их вижу не очень много, но коробок в целом много. Можно повскрывать и посмотреть. 35-37. Вот, ребята, самая универсальная вещь. Это белые носочки. Физкультура. Привет. И занятия спортом. Пленка витражная для стекол в ассортименте. 75 сантиметров на 1,5 метра. Две штучки 276 рублей. Показывала я эту пленку в магазине, значит, Светофор в Коммунаре. И сейчас вот здесь она есть. Разные дизайны. По-разному она затемняет окно. Все варианты. Да, есть и какие-то цветочные дизайны, более такие спокойные, матовые просто варианты. Перекиси водорода тоже запасаемся в магазине. Значит, фикс прайс такая же точно. Перекись стоит 199 рублей. Постараюсь приложить ценничек. В общем, в Светофоре выгоднее ее покупать. Еще раз спою оду нашатырному спирту, потому что, ребята, у меня в этом году, благодаря нашатырке, я считаю, зацвела анона муриката. Это такое экзотическое растение. Я вырастила его из косточки, из семечки. 7 лет оно не цвело. И вот сегодня, в первый раз этой весной, оно у меня зацвело. Я подкармливаю свои все растения нашатыркой, в том числе и комнатные растения. У меня не заводится комнатная мушка в них. В общем, все прекрасно. Единственное, у меня паутинный клещ, но он на листве, собственно. А вот грунт чистенький, хороший, я считаю, благодаря нашатырке. В этом магазине есть очень красивая расцветка постельного белья. Двуспального сатин, 100% хлопок, 2098 рублей 10 копеечек. Я вам плотно здесь 120 грамм на метр квадратный. Здесь под идеальник 1,75 на 2,15. Простыночка такая же. Наволочка 2 штуки 50 на 70. И еще 2 штуки 70 на 70. И смотрите, здесь такая расцветка с лавандой. В каждом магазине мы встречаем с вами свои расцветки постельного белья. И пока вот не видела такой красоты нигде. Очень нежно будет смотреться. Второй вариант мне даже больше нравится. Здесь просто I love you на белом белье. Просто черные надписи. В магазине в Коммунаре больше было таких цветочных расцветок. Там были пионы, по-моему, маки. Там были очень красивые маки и очень красивое еще белье в стиле Икея. Пледы 1,75 на 2 метра тоже есть. Здесь наличие интересной расцветки в клеточку. Где-то приезжают просто розовые пледы, где-то темно-серые.
графитового цвета. Здесь классическая расцветка в клетку. Ну и цена соответствующая. А есть еще светящиеся пледы, покрывала. Расскажите, светятся они или нет. Действительно, 1205 рублей 40 копеек. Везли сухой полнорационный корм для взрослых кошек и котят. Мясное ассорти 2 килограмма. 163,70 цена. Здоровое сердце, блестящая шерсть. Как вы покупаете такой корм или нет? И лайк, вот этот корм тоже везде завозят сейчас. 87,90, 850 грамм телятина. Он есть, значит, для кошек и для собак, этот лайк. Мне сегодня не забыть взять вот этот уголь древесный, дровосек. Прекрасный уголь. Мы всем довольны, пользуемся не первый сезон, рекомендую. И цена хорошая. 2,5 килограмма, это же 20 литров, 146,40 цена. Ребята, любители качественных консервов рыбных, приехала супер новинка. Это налим прессованный, обжаренный. 227 грамм. Салехардский комбинат производит. И это известнейшая марка «Легенды Ямала». 85,50 цена этой консервации. Значит, обжаренный в томатном соусе налим кусок. Все, кто покупал предыдущие завозы ясь, тоже, по-моему, в томатном соусе от «Легенды Ямала», были в полном восторге. Качество хорошее. Некоторые брали даже коробками. Муравьин сейчас есть. 300 грамм, 122,40 от Фазенды. Кто покупает саженцы роз, обязательно купите корнирост. Стимулятор роста корней 73,80 от Фазенды. И, конечно, зеленое мыло от Фазенды сейчас есть в наличии. 79,20. Цена — это цена за 1 литр. Не брала еще и не показывала вам средство универсальное сплошного действия от сорняков. Значит, 900 миллилитров, 104,60. Уничтожает более 150 видов сорняков. Будьте, правда, аккуратны. Вот у меня как-то муж спалил газон похожим средством. Вот, но я не буду делать поклеп именно на это средство. Может быть, оно великолепное. Ничего не могу по поводу него сказать. Плюс, смотрите, шланг 20 метров, однослойный ПВХ 676,50 есть в наличии. По шлангам отзывы не всегда хорошие. Далее, есть в наличии универсальное удобрение ОМУ 900 грамм за 60 рублей. Далее, кашпо декорированное с поддоном 11 литров, пластик 166,30. Такой цены вы нигде не найдете. Между прочим, два оттенка, смотрите, темно-коричневый, может быть, камера не передает, и чуть посветлее, более рыжие горшочки. Далее, емкость строительная 45 литров, 258,30 цена. Таз прямоугольный 25 литров, цветной пластик 145,80. Вот эти опрыскиватели есть. Потом баки очень нравятся многим, 785 рублей. Шикарные кустодержатели. В Москве, кстати, оцинкованные только есть кустодержатели. А у нас пластиковые 157, 40, 50 сантиметров. Вот эти классные, значит, ящики балконные. Супер. А, значит, они стоят 194,40, размер 60 на 20 и на 12 сантиметров. 194,40. Кашпо подвесное. Суперская, кстати. 101,20 цена. Тоже ни в каких обе вы такой цены не найдете. У меня такие кашпо служат года 3. Ничего с ними не происходит. Я покупала белые, правда. Заборчики в наличии 258,30. Тоже вот это биогумус. Значит, в Леруа Мерлене он стоит в 2 раза дороже. Практически. 5 литров 162,90. Далее есть дуги. Парниковые 6 штучек, 2 метра 290 рублей 60 копеек. И сетка садовая есть 432,70. В общем, ассортимент для садоводов просто глобальный. В наличии и недорогая туалетная бумага Сноулама двуслойная, 8 рулонов, 30 метров, 129,10. Что хочу сказать. Открыла для себя новый метод, значит, получения рассады огурцов, значит, кабачков и тыквы. Мне кажется, очень выгодно будет так сажать. Берете обыкновенный пластиковый контейнер с крышечкой, туда кладете туалетную бумагу в несколько слоев, спрыскиваете водичкой, кладете семечки и ждете, пока появится сеянец.
уже с двумя листиками, можно пересаживать потом в горшочки. Великолепный способ, очень удобный. Далее, бумажные полотенца Сноулама в наличии 75 рублей. И совсем бюджетное, вот если хотите сэкономить, берете старый пластиковый контейнер какой-нибудь и вот такую дешевую бумагу. Значит, он называется однослойная. Это Одищевская бумажная фабрика, 186,40 цена. Ну и полотенца. Салфетки универсальные, тоже в наличии, 119,40. Фигурки садовые в этом светофоре тоже есть. Сейчас посмотрим, может, чего-то мы не видели в других светофорах, потому что иногда проскальзывают фигурка, которых не было нигде. Полиэфирная смола, он же полистоун, 279 рублей. Вот, например, сразу вижу белочку. В коммунаре, не помню, была такая белочка или нет, уже давала отзывов. Отзывы на фигурки суперские на самом деле. Немножко выцветает краска, а так с ними ничего не происходит. Здесь еще есть сурикат, но они были в прошлом году, вот эти сурикаты. И набор недорогих горшочков. Объемом 2 литра, пластик за 3 штуки вы отдадите 71 рубль. С сыром, смотрите, какие аппетитные томаты маринованные красные. Закрутки без накрутки 3 килограмма здесь. Царицынские соленья 274,40. Цена. В какие-то магазины, по-моему, приезжают еще помидоры и огурцы. Значит, по составу томаты красные, свежие, вода питьевая, сахар, соль пищевая, уксусная кислота, чеснок, лаврушка, перец черный, перец душистый горошком и гвоздика натуральная или в виде водной вытяжки. Здесь очень ароматно. Вот как раз царицынские соленья 288,60. Здесь смесь помидоры и огурцы. Это стеклянная банка 3 литра. И вот огурчики. Маринованные целые 288 рублей. Тоже тот же производитель. Баночки не выкидываем. Они нам обязательно пригодятся для собственных закруток. Например, от Пиканта сейчас приехала закуска для зятя. В коммунаре видели ее с вами. 117,40 цена за 600 грамм. 117 рублей, обратите внимание. И по составу-то здесь на первом месте перец сладкий, морковка, паста томатная, сахар, соль. Загуститель, крахмал, кстати, есть, уксусная кислота и лимонка. Вот дома в сезон можно запросто такую закусочку приготовить. И только привезли, только что, сидират горчица. 1 килограмм 110,90. Помимо того, что это сидират, листики этой горчицы тоже можно спокойно употреблять в виде салата. Она очень быстро, хорошо растет. Также подвезли новую партию манго протертого с сахаром 570 грамм от компании. Понистоев. Очень вкусная вещь и тоже проверенный производитель. 153,60. Я, кстати, в этом году никакие баночки не выкидываю. Абсолютно все сохраняю. В прошлом году я по глупости выставила, да, на помойку. Ну, для тех, кому нужно, 3-литровые банки. Целую коробку. Даже 2 вроде бы. И, как всегда, мне в прошлом году именно они и нужны были для закрутки томатов. Поэтому не выкидывайте банки, они вам однозначно пригодятся. Вот это повидло вам не рекомендую, сразу скажу. Я читала состав, там, конечно, все просто шедеврально. 134,30, 1 килограмм. Ну, не очень составчик. Новая лапша появилась, Евроэкспресс. Есть 2 вкуса, курица и говядина, 31,20, кстати. Тоже можно ее использовать, не, скажем так, саму лапшу только использовать, а вот все, что к ней прилагается, выкидывать, например. И тоже удобно готовить какие-то салаты. Это вариант с говядиной. Есть недорогие супы, 14 рублей 10 копеек за 60 грамм. Компании Релиш куриный. И вот еще здесь гороховый такой супчик на мясном бульоне. В коммунаре вам показывала пюре картофельное с жареным луком от Кунцева. 65 рублей стоит, 240 грамм. По поводу приправы без соли, вот этой вот 50 грамм, мне написали, что в ней очень много черного перца. Расскажите, пожалуйста, так это или нет. 51,20. Вот, например, в этой для гуляша на первом месте стоят томаты сушеные, дробленые, базилик, лук сушеный, петрушка, куркума, морковь и так далее. То есть вот перец не на первом месте, но говорят, что перца много. Подвезли мясо кур в собственном соку от Великоновгородского мясного двора, 68,70. Хлебные палочки просто-напросто 500 грамм, 100 рублей 40 копеек. Давайте состав. На первом месте мука пшеничная, хлебопекарная высшего сорта. Лучше все-таки брать первого сорта муку, она пополезнее будет.
Ну вот видите, состав, в принципе, состав неплохой. Солод ржаной, сахарная, сахар, соль, дрожжи хлебопекарные, вода и масло растительное. В принципе, все неплохо. Сыр маринованный от компании «Черноречье». Значит, производитель 84 рубля за 720 грамм. Состав смотрим. Огурцы свежие, вода питьевая, соль поваренная, пищевая, сахар, регулятор кислотности, уксусная кислота, чеснок и зелень укропа. От ботаники привезли еще шампиньоны с вешенками резанные. 114 рублей за 850 миллилитров. Это новинка, здесь китайского происхождения грибы. И еще вариант грибы маринованные, ассорти вот такие вот. В Беларуси их расфасовывают. 128,90. Зашла сейчас в холодильник, не рекламирую алкогольную продукцию, только делаю обзор. Здесь стоит пиво светлое Ван Вайбер, фильтрованное. Значит, 1 литр 300 миллилитров, 106,30. От шашлычного сезона никуда не уйти. Ну, в небольших количествах, ладно, без рекламы. Значит, и пиво трехсосенское, светлое, 4,5%, 1 литр 300 миллилитров, 104,50. Сюда же поставили напиток безалкогольный, сильно газированный, Фонте 61,40 и квас, желтая бочка. Кто его ждал? Он есть в наличии, 127,30. Сыр фермерский Белебеевский, 400 грамм, 267,90 цена. Сыр Эдам точно молочно, 195 рублей за 350 грамм. Плохой сыр Костромской, 245 рублей за 400 грамм. Сейчас подвезли еще скумбрию атлантическую кусками, холодного копчения 300 грамм. И, между прочим, производитель Балтийский берег, 112,60. Она идет в вакуумной упаковке. И срок годности до 29.05. Также есть ясь холодного копчения 295 рублей за килограмм. Но здесь вот одна тушка этой рыбы на 94 рубля. И еще подвезли киту холодного копчения. Здесь цена за килограмм 578 рублей. На 294 рубля вот одна тушечка. Мясной продукт ассорти от компании «Ини», 1 килограмм 341 рубль. Мясо по-императорски свинины категории А 477,90. Свинина княжеская категория А 369 рублей. А также есть еще бекон люкс категория В 382 рубля. К сожалению, нет рубленой колбаски вот от Останкино, Коровина. У меня даже моя кошка любит эту рубленую колбасу, и дети с удовольствием едят. А сейчас есть вареная колбаса Коровина от Останкино, 172,20 цена. Это мясной продукт из шпика свиного, охлажденный смалец, соленый в оболочке, 112,80. От компании Bon Plaisir, плавленый сыр со вкусом пармезана и с грибами, 112,10. От Краснобаковского МП, без заменителя молочного жира продукт. Кукуруза вареная здесь есть, в початках 450 грамм, 88,30. Конечно, имбирь хорошо его берут, 152,90 цена, за 1 килограмм 400 грамм. Всегда подошла к самому полезному холодильнику в магазине «Светофор». Это холодильник с замороженной рыбой. Сейчас в наличии такая простая, но полезная рыба сайда. 241 рубль 80 копеек. Потрошенная сайда без головы. Одна вот рыбинка на 321 рубль здесь. Недорогая селедка атлантическая по 135,70. Вот такая. Целая упаковка рыбы вам обойдется в 207 рублей. Кто-то мне говорил, как можно жарить селедку. Ребята, сейчас мангальный сезон. Вот попробуйте один раз селедочку, значит, пожарить на мангале. Каждый раз об этом говорю. Такая реклама селедки. На самом деле это очень-очень вкусно. Не уступает скумбрии. Скумбрия тоже великолепна на мангале. Это все в нашей голове. Точно так же, как мы думаем, что сныть это сорняк. И, значит, одуванчик это сорняк. А значит, селедку можно только в соленом виде кушать. Нет, это наши предрассудки. Готовим компоты, ребята, 210 рублей. Это вишня, свежемороженая. Она идет с косточкой. Из Сербии к нам приезжает. Вот не надо мучиться, собирать. Вам уже все за вас собрали. 210 рублей это килограмм. Вот этот огромный пакет на 315 рублей. Также можно приобрести сейчас клубнику по цене 153,40 за килограмм. Огромная упаковка, больше 2 килограмм. Вот здесь на 352 рубля. И также прекрасная пикша.
тоже по шикарной цене 230 рублей за килограмм. Вот это вот пикшена 199 рублей. И первый раз в светофоре филе налима. 254,20 цена. Здесь 1,5 килограмма на 389 рублей. Ребята, здесь уже готовые филешки. Можно их порезать на кусочки и обжарить. И сейчас, повторюсь, приехала еще, значит, консерва из налима. У меня в светофоре прям какой-то рыбный рай. Смотрите, еще минтай без головы привезли, 145,90. Прям все для здорового питания. И тушечки какие великолепные, размером с руку. Можно ее запросто там, например, в духовочке, с морковкой, с лучком. Очень вкусно. А есть любители стейка зубатки. Посмотрите, 181,70 на 437 рублей. Я вам покажу количество, сколько вы купите рыбы. По-моему, запекают эту зубатку как-то. В общем, есть любители. От компании Диета в больших упаковках привезли карбонат свиной. Бескостный, категория А, между прочим, 336 рублей. Смотрите, огромный кусок можно сейчас купить. И здесь 2 килограмма 786 грамм. То есть, грубо говоря, на 1000 рублей. А есть тазобедренный отруб свиной, он же окорок. И здесь на 324 рубля за килограмм, на 365 рублей тоже. Вот такой вот кусочек мяса. Я возьму попробовать его. Здесь производитель Краснодарский край, город Гулькевичи, компания Мясторг. Кусочки поменьше, побольше, на любой вкус. И в наличии купаты грузинские, 242 рубля за 1 килограмм. Размер этих купатов очень хороший. Вот как раз к шашлычному сезону готовимся. А потому что в светофоре она по отличной цене, 74 рубля за 400 грамм. И смотрите, в этом светофоре сейчас есть вот эта чудеснейшая картошка. Для жарки, значит, эта картошка, вернее, дольки, бланшированная с кожурой. Республика Беларусь производит. Я уже писала и говорила, что очень вкусный картофель. Я брала его. Цена 116,90 за килограмм. Вот я сегодня возьму как раз его на вечер. Кстати, я его просто запекаю в духовке. Солькой, с травами. Маслице наливаете на противень и раскладываете эту картошку. Получается очень вкусно. Подошла я снова к кашпо с ножкой. 13 литров объем. Диаметр 40 сантиметров. 257,90. В прошлом году, мне кажется, такое кашпо на самом деле было. И может быть поменьше диаметром. В общем, что писали? Что ножка не всегда устойчиво стоит. Но умельцы как-то ее гвоздиками приделывали. На шурупах приделывали к основанию кашпо. Кашпо классное на самом деле. И цена, ну нигде такой цены нет, 257,90. Вот в обе зуб даю, что такой кашпо будет рублей 500-600 стоить. Кермана сравнительно недорогие вина, 161,10 за 750 миллилитров. Это белое сухое вино. Второй вариант, тоже Крым, это красное сухое, тоже скалистая бухта. Новинок еще арахис отборный, обжаренный с солью. 300 грамм от компании Мартин, 155 рублей. Кушайте арахис, он тоже очень полезный. Кстати, у меня дочка с удовольствием ест и курагу. В ней тоже много витамина К для сердечников, полезный витамин. 270 рублей, 60 копеек, дары природы. Может быть, это не лучшая курага в вашей жизни, но очень хорошая цена. Еще раз прорекламирую шиповник, он есть в наличии, не во всех светофорах, кстати, 153,80 за 500 грамм. Фисташки по отличной цене, 532,60. Из полезного сейчас еще есть финики, очень дешево, 121,80. Я покупаю финики гораздо дороже. Изюм 177,10 и, значит, это арахис. В жженом сахаре 129,90. Это очень вкусно. Я однозначно сегодня беру вот эти чипсы Нори, потому что здесь они 32 рубля вроде бы стоят, а в магазине Пятерочка от Сенсоя точно такой же объем чипсов, тоже 5 грамм, стоит 89 рублей. В общем, очень выгодно. Потную смесь еще раз покажу. Берите, не прогадайте, 125 рублей за килограмм. Целый килограмм. Еще вот такие цукаты, значит, 209,10 за 500 грамм. Но на самом деле я вот не знаю, с чего они, эти цукаты, готовятся, насколько это прям полезный продукт. Написано цукаты ананаса кубики, но они здесь и подкрашенные,
И очень много сахара. Тоже классная смесь ореховая. Единственное, здесь, вот видите, бразильские орехи прям сверху положили. Здесь вот, собственно, два бразильских ореха и будет. 381,30. Но смесь неплохая. Там много изюма. Но изюма не простого, а золотого. Он, по-моему, так и называется. Изюм. Здесь написано просто изюм, но он такого вот золотого цвета, не классический, качественный. И грецкие орехи хорошие. Классная смесь на самом деле. Смотрите, еще привезли мороженое 48 копеек, клубника со сливками, 91 грамм, 30 рублей 70 копеек цена. Очень вкусное, классное мороженое на самом деле. И сейчас есть еще в наличии вот это от Петрохолода. Сливочная в ваночках, 450 грамм. Здесь клубника, крем-брюле и шоколадное. Мороженое. Повторюсь еще раз, в Светофоре самые лучшие цены на мороженое. Вот нигде вы не найдете 48 копеек по цене 30 рублей 70 копеек. То есть такого, таких цен просто нет.